Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1357. События дня. Иоанна 20:31. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. За 3 сентября 2019 года. Ну и обращение одно, чтобы читать, нужно затормозить курсором. События дня. Можем показать, здесь переписка была в моем мире. Считаю эту систему одной из лучших. Не с какими твиттерами, фейсбуками. И рядом даже ставить не буду. Мой мир, Mail.ru. Вот это где-то. Есть другое. Другое у нас еще
другой лист, страницу, лист сказать, где я с голубем. Там еще не писать. Я там только для администрации сделано. Православный форум. 1600 разных тем. И наш православный видеоканал «Открытым оком». Во свете Библии. Ну-ка, в деревне какие дела? Утром мы идем на рыбалку проверить сети. Дальше мне приходится разделывать рыбу. Володя топит печи, там что-то сушить надо. Рыбу на зиму готовить. Развести знакомым, близким. Отправляем в город. У нас на продажу нет ни одного гальяна, карася. Мы все для своих знакомых, близких. Я тут занимался еще с Володей, распилили все, что сорное было привезено. Ну, пошли там, разобрали, в дневнике оставалось. Надо было пилой, дружбой, все распилить, вынести. Туда-сюда снуешь целый день. После обеда пошли на огородчик. Надо было вскапывать. Еще это уже не снимали, так понятно. Это работа. И благословен Господь. Утренне вместе собираемся в 5. 4:40 встаем тут на молитву, утренняя молитва. Благословенный день. На этом на сегодня все у нас.